Наступна програма містить відверті сцени зображення хірургічних операцій та ран. Їх десятки, сотні людей, для яких проект «Я соромлюся свого тіла» – остання надія на одужання. Пожалуйста, помогіть. Тому зупинятися у нас немає права. Два года назад ми бросили визов. Самим страшним болезням українцям – страху, смущенню, смертельному безразличию к себе. І ми починаємо третій раунд. Понад 20 тисяч кілометрів. Сотні історій про роки страждань. 10 років хворію. Проблема безпокоїть мене вже 15 років. Тисячі обстежень. Біопсія. Зажим ще один. Та понад 100 операцій. Все заради вашого здоров'я. Я позвонила мамі з папою і сказала, я живая. Хоча і нам буває непросто. Ми сумніваємося. Я поки з трудом собі представляю, хто зможе за це взятися. Ми вражені вашою хворобою. Чесно, я таке бачу в перший раз. Плачемо і часто обурюємось. Ну, цим ви мене взагалі убили просто. Та попри все, ми з вами. Пліч-опліч проти вашої хвороби. Дивіться сьогодні у програмі. Проблема неймовірних розмірів. Ну, в общем, это страшно. Експерименти, які долають кордони. Ми знаходимося в аеропорту Борисполь. Та ще більше неймовірних пацієнтів. Какая у вас проблема? Ліпосакцію мозгу зробив. Наша мобільна клініка відкриває двері у серці України. Прийом розпочинає Катерина Безвершенко. І до неї одразу прямує дуже складний пацієнт. Здравствуйте. Здравствуйте. Мене зовут Наталія. Мене Катя, дуже приємно. Я прийшла к вам на проект зі своєю проблемою, о которой хочу розказати. Надіюсь, ви мені поможете. Это вот эта проблема? Да. У меня проблема с венами на руке. С самого рождения, скажем так. Вот, когда я родилась, у меня на пальчике, на мизинчике был маленький синячок был. Мама спросила, вам рассказывала? Да. Мама спросила у врачей, что это такое и пройдет ли. Но они сказали, да, это пройдет. Подождите там недельку, и все, ну, все наладится. В итоге не наладилось, как видите. Вот. И с каждым годом это все разрасталось, все больше и больше становилось. И операцию вам не предлагали вот в раннем детстве? В раннем детстве сказали, она маленькая, мы не сможем ее оперировать, потому что такие операции детям мы не делаем. Ну, если честно, мне достаточно знать того, что врачи не знают, что делать. И каждый раз, каждый наш визит к новому доктору, каждый новый доктор говорил, мы вам ничем помочь не можем. И что, вы решили жить так дальше? Ну, может быть, какие-то дополнительные исследования? Все равно даже на исследование у нас в Украине не было таких врачей, чтобы кто-то мог чем-то помочь. Ну, они сказали, что это? Как это называется? Мне поставили диагноз ангиловенозная дисплазия, но, как сказали некоторые врачи, что это диагноз не точный, а такой, чтобы более-менее похоже на правду. Скажите, а мама не рассказывала вам, нормальные ли были роды? Или были какие-то проблемы в беременности, в самом процессе родов? В беременности все было хорошо. Угу. А роды у мамы принимала пьяная акушерка.
Может, поэтому так. Скажите, пожалуйста, а вам говорили, что ваше заболевание – это заболевание, которое формируется еще внутриутробно, в процессе беременности, в процессе развития плода? То есть процесс приема родов и акушерка, которая, со слов мамы, была пьяной, здесь ни при чем. Именно поэтому эту проблему нужно было решать в раннем детстве. Потому что тогда было больше шансов, что эти узлы не будут идти дальше. А как быстро это прогрессирует? Ну, достаточно быстро. Я начинала в детском саду писать правой рукой, но потом мне стало неудобно. Я начала писать левой рукой. А сколько вам было лет, когда вы уже не могли держать ручку в правой руке? Ну, это было уже в школе, где-то в классе, наверное, в седьмом. Скажите, а как одноклассники ваши относились к этому? По-разному. Ну, то есть были такие одноклассники, с которыми я общалась. Как я заметила, за это время людей это пугает очень сильно. Вы простите меня за вопрос, но у вас есть личная жизнь? У меня был парень. Познакомились мы с ним в социальной сети. Но оказались мы из одного города, поэтому начали видеться чаще с ним. Потом начали встречаться. Он мне потом рассказал, попозже, что после первой нашей встречи он ехал домой и плакал. Но я ему понравилась сильно. Но когда он увидел мою проблему, он испугался. Після того випадку Наталя знайомиться лише в соціальних мережах. Спочатку розповідає про хвору руку і лише тоді наважується зустрітися. У мене в основному друзі мальчики. Возможно, потому что они не так резко реагируют на мою руку. Как-то с ними проще знакомиться и заводить дружбу. Запрыгивай. Найчастіше Наташа спілкується з байкерами. З ними порозумітися виходить найлегше. Дівчина мріє навчитися водити байк та надягнути мотокостюм, до якого зараз хвора рука не влазить. Таких моментів радості у житті Наталі небагато. Адже найпростіші речі для дівчини бувають надскладними. Наташі тяжело приготовить, допустим, собі їду. Даже елементарно отрезать хліб или там какой-то кусочек сыра. Помыть за собою посуду, в принципі, теж, ну, в общем-то, непросто. Ей очень тяжело морально. Потому что люди не всегда лояльно относятся к таким, как Наташа. В метро тыкают пальцами. Они скрывают своих заинтересованных взглядов. Вот так вот идет навстречу прохожий. Тупо уставится на ее руку и смотрит. Увага оточуючих, побутові і фінансові труднощі зламали віру в одужання. Останні 5 років Наташа з мамою не були в жодного лікаря. Я все-таки думаю, що мама зробила ошибку в тому, що опустила руки. Я все-таки вважаю, що треба було пытаться далі. Іскати там, де навіть не можна чекати допомоги. Мне не было чего продать, чтобы отвезти ребенка в Киев на обследование.
Да реально хватало денег только на кусок хлеба, чтобы прожить как-нибудь. Так хочется забиться в угол, никого не видеть и плакать. Вы много рассказывали мне о своей семье, о том, что ваша мама вам помогала. Вы ничего не сказали о своем отце. Почему? Потому что моего отца убили, когда я была маленькая. Он работал таксистом. И однажды поехал на заказ, не вернулся. А милиция так и не нашла виновника. Убийцу. И никого так и не посадили. Мне очень жаль. Простите. Ну, давайте смотреть. Вам помочь? Я сама. Вы можете поднять руку? Да. Рука на ощупь мягкая. Я не... Узлы я чувствую только вот здесь. То есть мне кажется, что есть все-таки какое-то нарушение лимфоттока тоже. Пальпируются узлы. Прощупывается пульсация. То есть я чувствую пульс. Я смотрю, что пошло на грудь. Да. Угу. Но даже здесь я чувствую узлы. Ну, вот еще такое образование, состоящее из узлов множественных. Температура одинаковая на всех участках. То есть такое впечатление, что горб просто у человека. Исследование сосудов, ангиографию, вам не делали? Нет, не делали. И даже не предлагали? Нет, даже не предлагали. А доплерографию — это такая вот разновидность ультразвукового исследования? Доплерографию сосудов? Нет, я даже не слышала. Не знаете, что это? То есть получается, что как такового полного обследования у вас не было? Я правильно понимаю? Ну вот. Ну, куда нас направляли, то мы и делали. Ну, в общем, это страшно. Страшно еще и потому, что ситуация очень запущена. Вы же понимаете, что я смотрю на это не как человек со стороны, а как врач. Я понимаю. Я пока с трудом себе представляю, кто сможет за это взяться. Я представляю себе, как вас обследовать правильно, грамотно, так, как это должно быть. И так, как это должно было быть еще в вашем раннем детстве. Это я себе представляю. Итак, мы сделаем доплер-исследование сосудов, компьютерную томографию с ангиографией. Нужен будет полный комплекс общеклинических исследований, консультация сосудистого хирурга. Только после этого мы будем искать специалиста. И не только в Украине, я так понимаю, который возьмется вам помочь. Я очень на это надеюсь. Мы будем бороться за вас. Я буду бороться. Пожалуйста, я прошу вас, я очень рада это слышать. Пожалуйста, боритесь, не опускайте руки. Я буду бороться. Наталя залишає медичний трейлер і одразу ж вирушає на обстеження. У дитинстві дівчині поставили діагноз ангіовенозна дисплазія. Це вроджена вада розвитку венозної системи. Як правило, при такій патології судини можуть склеюватися, розтягуватися, подвоюватися та мати проблеми з клапанами. Чи правильний діагноз у Наталі та наскільки запущений її стан, дізнаємося з обстеження. Здравствуйте. Розпочинають стандартно. З забору крові на аналіз. Давайте вашу руку, пожалуйста.
З невідомої причини взяти кров у Наталі не вдається. А лише з третього разу медсестра витягує кілька кубиків крові. Ситуація Наталі геть не зрозуміла. Поки що ясно одне, її хвороба унікальна і дуже складна. Продовження непростого обстеження Наталі згодом у програмі. А тим часом до Каті, до медичного трейлера, прямує жінка, яка понад усе хоче бути гарною. Здравствуйте. Здравствуйте. Як вас зовут? Снежана. Дуже приємно. Розказуйте, в чому ваша біда? Со своєю проблемою, ну, лишній, виходить, бока, немає ні талії, нічого після родів. Так, а куди талія ділася? Я... Немає талії. А була? Була. Я поправилась після третіх родів дуже. І... А у вас троє дітей? Так, да, троє дітей. Здорово. І похудала це ж на 20 кілограм. І тепер це... Як вам це вдалося? Я сиділа на дієті на заквасці і огірках 3 місяці. Скажіть, будь ласка, а якихось последствий для вашого здоров'я ви не замітили після цієї дієти? Буває, ну... Більше неділі, півтори неділі не можу сходити. Да. Так я покупаю слабітельні якісь або чай, листя сені і п'ю його. А знаєте ли ви, наприклад, що регулярність стула залежить від правильності, чистоти і раціональності питання на самом деле? Вам, я так розумію, да. Порой в туалет сходити нечим. Да, це точно. Ви просто так спокійно об этом розказуєте? Вам їсти нормально хочеться? М'ясо, риби хочеться? Хочеться. А оце у мене для моєї родини. Ось тут у мене і голубці є, і котлетки готові, і тюфтельки, і, ну, все, що треба. Якщо і налиснички навіть покручені, якщо їм треба, то я все дістаю для них. А цього я сама не їм. У мене тільки заквасочка і огірки. Сьогодні оце доп'ю бутилку, більше нічого не буду, не пити, не їсти. Я хочу ще трохи скинути вес. Ще максимум 10 кіло. Наприклад, вчора я взагалі нічого не їла і сьогодні нічого не їла. Кожного разу приготування їжі для Сніжани – справжнє випробування. Ася, умийся, баба! Ася, умийся! Так сама сядь. Оце того воздуха спитати, що це кормиться. Оце... Поставила їм, сама понюхала і виходжу. Вставайте. Так, що вам не подобається? Це мені не подобається, це все. Простите, а ви прес качати не пробували? Не пробувала прес качати. І що? Не допомагає нічого. І скільки ви його качали? Півгода. Ви знаєте, я теж кожне утро качаю прес, але у мене з'явилось те, що я захотіла через 2 роки. Клянусь. Есть небольшой фартух, есть небольшие растяжки, но для троих детей я считаю, что это... Поворачивайтесь. Попа узкая. У вас по конституции не предусмотрена узкая талия совсем. Фигура в виде песочных часов – это не ваша фигура. Генетически не ваша. Для того, чтобы у вас появилась такая талия, какую вы хотите, тонкая, вам нужно будет ребра нижние убрать. Вы готовы? Да. Одевайтесь, пожалуйста. Простите за нескромный вопрос. А ради чего такие жертвы? Или ради кого? Ради человека. Чтобы він не ушел до іншої жінки. А что, уже были какие-то намеки на это? Я думаю, что есть. Вы понимаете, в чем дело, Снежана? Если вы не доверяете своему мужу, подозреваете его в чем-то, то здесь проблема не в вашем весе и не в отсутствии талии. Здесь проблема в ваших отношениях друг с другом. Здесь проблема психологическая, а не хирургическая. Ну, человек бывает иногда шутит и кажет, что я коровка.
ще як я була повна. І кажу, похудаю, надіну красиве плаття і піду. Раз ти ходиш, і я піду. Куди пійдуть? І змінять. А. Ну, мені хочеться, щоб чоловік на мене тільки дивився, а не на когось. Що він другим компліменти робить, а мені не зробить. Там позаграє до інших, а хочеться, щоб мені хоч раз сказав щось приємне. Я на всіх заглядаюся. Ну, а що робити? Бо як познайомилась, не буде четвертий розмір груді. Родила трьох дітей, вже залишився або двоє, або тут одиничка якась, я не знаю, і вони повісли. Однак підозри щодо зрад чоловіка – не єдина проблема в стосунках пари. Він, наче, так і нічого не каже, але іноді буває, ну, скаже там обідні слова. Коровка, або там тюленчик якийсь там. Я їй теж так кажу, от ти мій тюленчик, там коровка моя, бігемотик мій, там, або зараз трісочка моя. Там. Це я теж їй кажу, ну я ж хі-хі-ха-ха, да і все. Сніжана, можете вспомнити, коли він вам останній раз говорив, що він вас любить? Та, мабуть, годів 3, може 4 навіть. Так а чого ви ждете, що він опять вам це скаже після операції? Так. Да? Да. Ваш муж стоїть цього? Да. Мне бы хотела его увидеть, конечно, того вашего мужа. Он с вами? Да. Тогда позовите его, пожалуйста. Доброе. Гриша, иди. Здравствуйте. Здравствуйте. Как зовут вас? Григорий. Очень приятно. Я Катерина. Вот жена ваша к нам пришла. Знаете, с какой проблемой пришла? Липосакцию мозгов. Как бы кто ей сделал. Ну, куда ей? Ну, резко. 70 с чем-то килограмм была там. Хоть женщина была, ну, красота. Взял в руки, помаешь вещи. Вам полнее нравится, когда она? Ну, более. Вы ей говорили об этом? Иной раз. Сейчас можете сказать? Я тебе говорил? Нет. Да ладно, Брэш. Скажите, а когда последний раз вы своей жене говорили, что она красива? Вот это уже проблема. Да, давайте вспоминать. Не сгадай. 3 года назад вы ей последний раз сказали, что вы ее любите. Это так, к слову. Подозревает она вас, в общем-то? В измене? Я так и понял, что вы пришли. Нет. Что, подозреваешь меня в изменах? Да. С кем? С тобою, Громиш? Так же можно и довести себя. Ты задумайся, что у тебя 3 детей, а не ты за себя переживаешь. Так вот, думаю. Я про что? Это как бы они уже хоть по 16, по 20 год были, то уже что пиздец. А 10 год дитині 3-5 буде. Настя 3 девочки. Настя, Кира, Оля. А так и живем, нормально. Нам подобається. Тільки оце вибрик оцей трошки не в ти, не в ворота. Ну, щось, я цього не можу поняти. Так, значит, для того, чтобы разобраться в этой ситуации, в первую очередь надо будет пойти к врачу. Я не понял. К пластическому хирургу, а к врачу-гастроэнтерологу. Но я так понимаю, что сама она туда не пойдет, поэтому вся надежда на вас, Григорий. Ой, вам нужно будет ее к такому врачу отвезти. Следующий специалист, который будет вам необходим, Снежана, это психотерапевт. Потому что я не могу допустить, чтобы вы ложились под нож без оснований на то. К вам у меня тоже будет просьба, Григорий. Не стесняйтесь, пожалуйста, говорить своей жене то, что вы чувствуете. Дайте мне слово, что вы не забудете о том, что вы мужчина, и вы должны заботиться о своей жене. Договорились. Все, я желаю вам удачи. Дякую. Я надеюсь, что у вас в семье все будет хорошо. Спасибо. До скорых встреч. До свидания. До свидания. Історія героїні та тема схуднення зачепили Катю. І вона вирішила розібратися у всьому за допомогою експерименту. Гречневая, овощная, белковая, кремлевская. Эти диеты вчерашний день. Сегодня весь мир одержим детоксом. Что знают об этом украинцы, узнаем прямо сейчас.
За різними підрахунками, в Україні зайва вага є у кожної четвертої жінки і в кожного шостого чоловіка. При цьому зростає популярність екстремальних дієт. Вы знаете, что такое детокс? Как бы по-английскому, как вроде переводится, это как противоядие, если я правильно помню. Ну, это что-то связанное с хирургическим вмешательством. Детокс? Да ладно. Увеличение губ. Ай, классно! Такие чудесные версии. Разгрузка соками, например, или овощами. Механизм действия вам известен? Ну, наверное, за счет... овощи, фрукты, витамины, клетчатка. И что они делают? Но так вот не могу сказать. Как дренаж, впитывают там какие-то плохие вещества. Что значит дренаж? Ну, очищение кишечника. У медицині терміну детокс не існує. Натомість є детоксикація – позбавлення від токсинів. Цей процес в організмі відбувається природнім шляхом за допомогою печінки, легенів, нирок, кишківника та шкіри. До штучної детоксикації у медицині вдаються у випадках отруєння, надмірного вживання алкоголю тощо. Детокс – модний термін, яким називають метод очищення організму та схуднення. Найпопулярніший наразі – за допомогою соків. Про нього і піде мова. Схоже, що таке детокс насправді, мало хто здогадується. Але не це турбує Катю. Чи не є українці просто жертвами реклами? Первое правило детокса – он должен быть зеленым. Эти овощи характеризуются низким содержанием сахара, в них огромное количество полезных витаминов и антиоксидантов. Начнем. Вранці перед експериментом Катя приготувала власний детокс. Изумруд. Запах волшебный. Кладезь витаминов. Очень полезный – это имбирь. Обязательно лайм, потому что это источник витамина С. И прямо чувствую, как наш детокс наполняется полезными свойствами. Так, сейчас мы еще обязательно возьмем мяту. Вливаем сок. До речі, коштує 10-денна програма очищення організму від 1 до 4,5 тисяч гривень. Ой, боже. Я чувствую, как токсины меня покидают после этого напитка. Второе правило правильного детокса – это красивая бутылочка. По факту, це звичайний фреш зі свіжих овочів і фруктів. Але для учасників експерименту це чудодійний і цілющий детокс. А хотите попробовать? Да. О, зелененький. Ну, вкус. Я ожидала большего, если честно. Специфический. Ну, вам понравилось? Очень понравилось. Понравилось, да. Какой ужас. Да? Я не обижусь. Да, это ужасно. Все очень сильно полезно. Я сама делала. Вау! Не очень вкусно. Ну, це дуже полезно. А тепер найголовніше. Чи готові українці протриматися на такому детоксі від 3 до 10 днів заради схуднення та оновлення організму? 5 днів, тільки це і більше нічого. Вода і зелений чай. Да.
А вы готовы? Вы готовы? Я просто доверчиво. Если вы мне скажете, что это мне поможет, я вам поверю. И буду 5 дней пить эти баночки. А вы готовы пить такое целый день в течение там 5 дней, например? Ради здоровья лишних килограммов попробовать можно. А вы готовы? Я люблю мясо. Ну, я бы попробовала, да. Я три хотела. А вы? Я боюсь. Ну, я бы попробовала, да? Да. На сколько дней бы вас хватило? Я думаю, даже на 10. Легко. Тривалість детокс-програми від 3 до 10 днів. За день потрібно випити 8 пляшечок детоксу і трохи простої арифметики. Одна пляшечка фрешу, який приготувала Катя, коштує приблизно 15 гривень. Ціна пляшечки у розрекламованій детокс-програмі – від 60 до 70 гривень. Та головне в історії з детоксом нашому лікарю ще потрібно з'ясувати. Украинцы готовы пить зеленые невкусные коктейли и платить за это огромные деньги. Я решила продолжить эксперимент и проверить, как действительно детокс влияет на наше здоровье. Не пропустить. Неймовірна хвороба жінки. Можно добраться до вашего позвоночника. Вот позвоночник у меня под рукой. Та найкоштовніший пацієнт за всі сезони проекту. Организм реагирует на все виды металла. Кроме золота. Так, еще одна проблема. Продолжение эксперименту «Детокс». Кто согласен пройти «Детокс-программу»? Давай я буду. Та перші його результати. Пищеварение практически прекратилось, и мои отношения с туалетом тоже. Дочекайтеся.